Серьезная авария с участием автомобиля каршеринга на третьем транспортном кольце. Водитель арендованной машины не справился с управлением и на высокой скорости врезался в ограждение. Удар был такой силы, что металлический отбойник буквально насквозь прошил иномарку. Водитель чудом не пострадал и даже не стал обращаться за медицинской помощью. А вот автомобиль, скорее всего, восстановлению не подлежит.